В московском районе выяснили сотрудники какой компании самые веселые и находчивые. Второй тур Лиги предприятий по игре КВН прошел в Петербургском доме молодежи. Больше сотни петербургских банкиров, инженеров, теплоэнергетиков превратились в режиссеров, сценаристов и актеров. Организаторы уверены, Лига предприятий – это новая отечественная форма так называемого тимбилдинга – тренинга для поднятия корпоративного духа. Весь день люди что-то делают на своей работе и естественно, зашорены немножко. А мы говорим, ребят, давайте, может, поиграем. И они переключаются. И как говорят руководители, которых давно играет команда КВН, говорят, что продуктивность и производительность труда увеличены. В этом сезоне за зрительские улыбки поборолись 12 команд. Лучшие три попали в финал. Веселые и находчивые сотрудники Гознака, Ленгипротранса и Водоканала повторно выйдут на сцену в декабре. И уже там определится чемпион города этого года. А всего за свою пятилетнюю историю в Лиге предприятий КВН приняло участие порядка 40 компаний северной столицы.